Вы нагадали пирожка Маша. И сегодня, как вы уже поняли, я буду распаковывать духи. Ну что, давайте посмотрим коробочку, как она у нас выглядит. Тут нарисована девочка, уже приготовила свои духи. Интересно, какие они получатся у меня. Какого они цвета будут, запаха. Это мы с вами сегодня узнаем. Так, тут нарисованы цветочки всякие. Также. Вот тут машина с домом. Вот тут у нас еще такие коллекции, которые могут попасться. Вот шляпочка. Вот. Ну что, давайте распаковывать. Тут и открывается. Надеюсь, да, вот так вот. Так. И они там приклеены, что ли? Ну что, открываем? Вытянули. Конечно же, розы. В смысле? Ничего не ага, понятно? Я теперь все поняла. Тут у нас инструкция. Инструкция легко. Уже пахнет так вкусно. Такие добавочки, коробочка. Не мешайся, уберись, пожалуйста. Иди, коробка. Коробка, какая сложная коробочка. Вообще срано было, ну ладно. Так. Открываем. Так, можно сначала найти, где оно открывается. Так. Я, видимо, уже заметила, где самый сложный слой. Можно, пожалуйста, в студию. Какое-то у нас все ходящее, ладно. Самый толстый слой нужно порезать. Ну что, вот наш набор, что тут и есть у нас. Сначала нужно добавить эфир средней ноты, потом конечный, а потом верхний. Средняя нота у нас представлена фенилэтиловым. Нужно взять по капельке и добавить на каждую бумажку. 5 капелек у нас получается. Так. Мне кажется, это будет момент. Так. Он у нас имеет запах розы. Чтобы заставить конечную ноту, нужно добавить ванилин. Но у нас его в коллекции нету, так что будьте к этому к такому готовы. Сейчас мы добавим запах верхней ноты. Апельсин, розу и лаванду. И посмотрим, какой запах получится. Ну что, сначала у нас идет апельсин. Теперь у нас идет роза. Так, я уже набрала, осталось только капнуть. Отлично. Убираем все оставшееся в баночку. И убираем пипетку, потому что вместе их теперь складывать нельзя. И, конечно же, лаванда. Я думала, она другого цвета будет. Она какая-то белая. Отлично, теперь нюхаем, какой запах получился. Ну этот запах апельсина. Там у нас смешивается роза и апельсин, поэтому какой-то непонятный запах, но больше чувствуется апельсин. Ну что, мы нюхаем? Запах розы, потому что там была роза. И, конечно же, лаванда. У лаванды какой-то непонятный запах, что-то смешанное, но я не знаю с чем.
Ну что, у нас вот такие вот запахи получился: апельсин, роза тут у нас и лаванда. Мне больше всего, если честно, понравился апельсиновый. Давайте теперь нальем с вами 2 миллилитра пассербата. Текет потихонечку. Добавляем эфирное масло апельсина. И опять же справились. Ну а теперь нужно добавить 6 миллилитров воды. И вторая. Они прям пузыриками выходят, там пузырики надуваются. Закрываем и сбалтываем. Дышим. Очень вкусный запах. Ну что, теперь осталось перелить наши духи в баночку для духов. Кстати, они должны настояться 2-3 недели. Также в наборе можно сделать твердые духи, но этого мы делать не будем на канале. Также уже концовка, так что ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока и подписывайтесь на мой канал.